Тысячи людей собрались в Исламабаде в воскресенье поддержать лидера оппозиции Имрана Хана. Во вторник пакистанский парламент должен избрать нового главу правительства взамен уже экс-премьера Наваза Шарифа. 67-летний Шариф подал в отставку в пятницу, сразу же после того, как Верховный суд Пакистана отстранил его от занимаемой должности, запретив также занимать государственные посты в течение 10 лет. Оппозиция приветствовала это решение, которое судьи приняли единогласно. Верховный суд вернул Пакистану надежду, заявил Имран Хан. Судьи, вы сделали свою работу. Вы заложили основу для создания нового Пакистана, о котором я мечтаю. Наваз Шариф возглавлял правительство Пакистана трижды и каждый раз покидал пост вынужденно. На этот раз по результатам антикоррупционного расследования в связи с разоблачениями, содержащимися в так называемом панамском досье. На собрании актива правящей партии Пакистанская мусульманская лига было решено избрать преемником Шарифа его младшего брата Шахбаза, а пока исполняющим обязанности премьера назначен министр нефти и природных ресурсов Хакан Аббаси.